Всем привет, вы на канале Spinning Life. Выбрался я сегодня на Волгу. Цель – поиск судака, берша. Лед прозрачный, в нашей области еще нету снега, и поэтому такая рыбалка для меня новая, интересная. Очень интересно ходить по прозрачному льду. Видимость где-то до 6-7 метров, ну то есть очень интересно. Но рыбалка происходила на глубинах от 18 до 23 метров, поэтому, естественно, на таких глубинах ничего не видно. На рыбалке был я не один, со мной был мой друг Серега, и он с успехом ловил на малька, бершей, небольших судачков. Поклевок у него было в разы больше, я ловил на балансир, на живца. Судак откликался намного более охотно. Поклевок было много, поимок было много, но мне все же интереснее ловить на искусственные приманки. Я уже не чувствую, если честно. Нет, есть. О! Я не судачок, это мощная память. Первый судак. Время у нас было только утром, рыбачить мы планировали где-то с 9 до 12, то есть на рыбалку было около 3 часов, за которые мы довольно-таки быстро передвигались, бурили лунок, ну то есть по итогу рыбалки где-то пробурил я около 20-30 лунок. К счастью, сейчас не надо это делать вручную, есть шуруповерт, и с ним рыбалка стала значительно легче и продуктивнее. Волгу сковало льдом не полностью, большая часть оставалась открытой, то есть где-то в районе 100-150 метров от берега был довольно-таки хороший лед, 10-15 сантиметров. Ну а фарватер был полностью открыт, люди ездили на воздушных подушках. Я даже думаю, что в таких условиях вполне можно с кромки и половить на спиннинг. Но если будет теплая погода, чтобы не омерзал шнур. Большая часть ролика, к сожалению, будет за кадровым голосом, так как моя камера никак не хочет работать в холодное время года. То есть для нее комфортная температура где-то до минус 2. В остальное время она то стирает файлы, то просто выключается, поэтому как-то так. Пока я упирался в ловлю на вибы, балансиры, вибы, к сожалению, не опускались на дно. Сильное течение, 20 с лишним метров, и их очень быстро сносило. Но балансирчик Балтик, вес его 40-42 грамма, разные модельки по-разному весят, вполне неплохо так пробивал дно. Ну а Серега тем временем с успехом на малька ловил судачков и бершей. Да. Опять такой неплохой бершик. Ну вот и мне улыбнулась удача. Попался небольшой судачок на балансир Балтик, и чему я, конечно же, несказанно рад. Вот так вот. Микро судачок попался. Балансирчик от Lucky John. Судак крошечный, но я это... Хоть глубина и большая, но я его потихонечку вытащил. Вроде все с ним отлично. Ну, наконец-то. Это уже больше часа рыбалки. Ну, вот такая вот малявка. Нас посетил вот такой вот симпатичный собакин. Подбадривал нас. Рассказывал, что все здесь отлично ловят судака. Ты будешь сниматься? А? Чё, ты не хочешь сниматься? Не стесняешься? Мы без еды сегодня. Ты, наверное, пожрать хочешь. Ты вроде такой упитанный. Или погладиться.
Чего ты пришел? А? Рассказывай, где здесь судаки? Дружище, где судаки? Где ловчий лунг? Там? Ему явно нравится зимняя погода. Наслаждается он ей по полной программе. Ну а вот мне наконец-то попался довольно-таки приличный экземпляр. Судачок, где-то около килограмма. Клюнул на тот же балансир. По итогу вся рыба и была поймана на один балансирчик Lucky John Baltic 6. Много раз бил. Но какой-то, наверное, сейчас мелкий. Удар, 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 удар. И подсел. Ну да, в этот раз. Вот такой вот малыш. Совсем. Как я уже говорил, времени на рыбалку было немного, поэтому рыбалку заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Пока.